мощный коктейль. Нам понадобится клубника. Отвлечим ее. Измельчили. Теперь нам понадобится молока. Молока у нас нет. Молоко, если что, вон там, в виде воды. Берем молоко. И вот мороженое. А! Куда? Вот. Если у вас достаточно клубники, тогда вы можете использовать малину. В нашем случае это клубника. Стой. Подаем красиво. Тебе нужно... Там нету воды. Там нету молока. Чё? Молока нету. Это не уже ни в какие ворота не лезу, понимаешь? Давай. Там нет воды. Там нет воды. Ай, Ваш. Вот вы узнаете молочный коктейль. Если вам понравилось видеть данное видео, нажмите на ту красную кнопочку или на палец вверх. Кто хочет, тот подписывается. Всем пока!